Смотр конкурс детских и молодежных танцевальных коллективов «Берестейская радуга» проводится в нашем городе с 2014 года. Его цель – выявление, поддержка и развитие творческих способностей у детей и молодежи в сфере хореографического искусства. Именно поэтому координация таких состязаний просто необходима молодым талантам, уверены организаторы мероприятия. Для чего это делается? Ну, для того, чтобы находить новых талантов, для того, чтобы дети, которые заинтересованы в хореографическом искусстве, могли чаще выступать на сцене, могли кто-то, возможно, даже связать свою жизнь, поучаствовав в таких конкурсах с искусством. К участию в смотре-конкурсе были допущены более 20 хореографических коллективов, школ танца, студий, танцевальных кружков. Каждый творческий коллектив имел возможность представить два номера в различных жанрах – спортивный танец, эстрадное шоу, либо классическое представление. Сейчас у детей все-таки масса других, скажем так, назовем их не очень полезных увлечений. Физические занятия, творчество – это капелька искусства, которое они получают, которое сейчас так не хватает у нас, да, везде. И то, что они являются участником этого фестиваля, это их только повышает их интеллектуальный уровень. Я считаю, что для молодежи это очень важно. Их физические способности, потому что это действительно трудный физический труд, занятия хореографии, это ни для кого не секрет. Ну и, конечно же, творчество. Ну как можно жить без творчества? В этом мире никак. Фееричное настроение всех участников и особый задорный настрой танцоров, дух здоровой конкуренции и бесконечный импульс энергии ребят. Все это придало конкурсу особую атмосферу. Каждый коллектив показывает себя с лучшей стороны, и мы тоже представляем свой коллектив. И это главное – представить себя с лучшей стороны, выступить достойно, показаться городом, ну и посмотреть уровень наших участников, соперников. Танцы – это как бы… То, что ты хочешь сказать, это язык тела. Это то, что ты хочешь показать, сказать зрителю. Ты хочешь показать свое мастерство. И вот коллектив именно, это как одна большая дружная семья. Это очень сплочает, это очень красиво, это очень классно. Ну, это важно для меня, это в первую очередь показать наш коллектив. Насколько мы сильны, мы уверены в победе, наш коллектив самый лучший. Основные критерии оценки – актерское мастерство, оригинальность и сценическое оформление танца. По этим критериям жюри оценивало выступление участников. Борьба за главный приз молодежного конкурса – сувенир в виде хрустального башмачка – была достойной. Ведь главное не победа, а участие.